Вайтера – живой хранитель традиций. Архитектурно-этнографический комплекс Этера – первый действующий музей под открытым небом в Болгарии, в котором восстановлены дома, быт и ремесла города Габрово второй половины XVIII и XIX веков. Посетители переносятся в эпоху болгарского возрождения, когда в городе существовали более 26 ремесел, чьи изделия продавали в Бухаресте, Вене и Марселе. Дома с мастерскими, где мастера производили и сами продавали свои изделия. Водное сооружение, церкви со школами, башня с часами и источники, оформленные в камне. Таков комплекс Этера, уменьшенная копия Габрово несколько столетий тому назад. Полностью сохраненная и живая. Бревенчатый дом, построенный переселенцем, перебравшимся в Габрово в поисках счастья, соседствует с двухэтажным кокетливым зданием с эркерами, покрытыми резьбой, уже разбогатевшего жителя Габрово. Торговая улица Чершия – истинный образец балканской архитектуры. Дома с лавками и мастерскими многое рассказывают о своих давнишних хозяевах. Сегодня посетители могут увидеть, как на практике применяются старинные технологии и оригинальные инструменты, как вручную производятся предметы из металла, кожи, глины и дерева. В каждом ремесле мастерство имеет свой почерк. Медники, производящие медную посуду для дома, кофейники, подносы, чашки и тарелки, старались создать изящные силуэты и сбалансированные пропорции. Украшение использовалось умеренно, и оно состояло главным образом в правильности форм, геометрических орнаментах, изображениях кипарисов, звезд и розеток. Ковка медных пластин для придания нужной формы сосуду заряжает его жизненной энергией и светом. Гончары ваяли формы сосудов своими руками, вертя гончарный круг. Разные типы кувшинов, горшки. Традиционные формы оживают с нанесением жизнерадостного оформления. Роспись полосами, розетками и кругами оранжевого, желтого, зеленого и коричневого цветов. И пестрая посуда готова, чтобы дарить уют и тепло любому дому. Ремесла со статусом искусства, такие как резьба по дереву, иконопись и производство музыкальных инструментов. Исчезнувшие ремесла, такие как производство телег из кабинных изделий или обработка козьей шерсти. Домашние промыслы, например, ткачество. Сладкие ремесла, например, производство сладостей. Ремесленная улица привлекает туристов со всего мира. Они желают услышать историю, увидеть производство предметов и приобрести на память некоторые из этих исключительных произведений народного искусства. Поэтому каждую осень в этой аутентичной среде проходит ярмарка народных ремесел. В это съезжаются мастера из разных концов Болгарии, которые демонстрируют забытые ремесла, соревнуются и выставляют лучшие образцы. Очень интересные и представленные в комплексе в естественной среде и размере работающие водные сооружения. Водяная мельница, точильный камень, сукновальня. Они образуют целостную систему использования воды как двигателя. Традиция, порожденная изобретательным умом болгар. Названный музеем под открытым небом, этнографический комплекс Ветера – это живой рассказ о быте, ремеслах и архитектуре эпохи болгарского возрождения.